Всем привет! Как-то так вышло, что я в последнее время совсем забросил канал, не снимаю видео. И канал тем временем набрал 1000 подписчиков, уже даже больше. В общем, всем большое спасибо, кто подписывается, смотрит. И вот сегодня хочу сделать для вас новое видео. Сегодня мы поедем в пригород, в городок Серседия. Вернее, это даже не совсем пригород, это городок в сообществе Мадрид, но достаточно далеко от Мадрида. Вот. На север. И мы там планируем попробовать поискать грибы. Говорят, там есть белые грибы. И вот сегодня мы хотим поехать в лес, поискать грибы. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот мы уже приехали в лес, в Серседию. Сейчас будем искать место, где искать грибы. Вот такие здесь виды симпатичные. Мы поднимаемся наверх. И будем искать какой-нибудь удобный вход в лес. Вот для желающих есть ежевика. В принципе, она даже нормальная, немного подсохшие ягодки, но мы попробовали, вполне ничего себе на вкус. Здесь вообще очень много еще малины было, кустов малиновых. Вот, но вот сейчас вот ежевика. И в принципе ее много, люди, кто-то собирает, ест прямо так с кустов. Такие вот ягодки. Вполне ничего. Вот уже час мы ходим в лесу, но никаких грибов, кроме поганок и условно съедобных, не нашли. Но это уже хорошо, это как минимум говорит о том, что грибы здесь вообще могут быть. Поэтому будем дальше продолжать искать. Если что-нибудь найду, обязательно вам покажу. Здесь еще проблема в том, что постоянно в гору. То есть вот видите, вам покажу. То есть вот, вот я стою ровно, да, и так вот поднимается достаточно высоко. И максимальный подъем что-то около 400 метров, то есть достаточно приличная высота. Но вообще я видел здесь и людей с корзинками. К сожалению, не удалось заглянуть к ним в корзинки, узнать, набрали они там что-нибудь или нет. Ну, как минимум, это означает, что грибы есть, и люди сюда за грибами ходят. Так что надежда остается. Вот такой здесь ручеек течет. Вообще здесь хорошо, красиво. Не жалеем, даже несмотря на то, что не нашли пока грибов, не жалеем, что поехали в лес. Хорошо, приятно погулять в лесу. Ну и в качестве доказательства того, что грибы здесь все-таки должны быть, нашли вот такой вот разломанный гриб. Кто-то нашел, разломал. Так что мы надеемся найти еще. В общем, проходили мы по лесу 2 часа. Так ничего и не нашли. Сейчас, наверное, пойдем куда-нибудь пообедать и поедем домой. Но в целом, все равно хорошо время провели. Иногда приятно побыть в лесу настоящем. Ну и опять же здесь холмы, в общем, ничего. Ежевики, кстати, поели. Что удивительно, вот сейчас вроде начало ноября уже, конец октября. И до сих пор есть дикая ежевика. Она, конечно, маленькая, не очень сочная, но тем не менее есть. В общем, это приятно. Поели немножко дикой ежевики. Вот такая вот здесь красота. В общем, хорошо иногда съездить в лес. Ну, не знаю даже, что вам еще рассказать. Наверное, больше нечего. Грибов мы не нашли, но теоретически они здесь должны быть. Судя по тому, что люди пишут в интернете, так что, может быть, как-нибудь еще соберемся, особенно после того, как корсет мне снимут, и постараемся еще грибы найти. Спасибо еще раз хочу сказать всем тем, кто подписывался. К сожалению, сейчас особо нет ни времени, ни желания делать видео, но постараюсь делать видео почаще. Если остались вопросы по этому видео, либо вообще вопросы по эмиграции в Испанию, пишите в комментариях или в скайпе, буду рад вам помочь. Подписывайтесь. Спасибо за внимание. Удачи. Пока.